Добрый день, уважаемые друзья! Сегодня мы будем учиться правильно делать рывок без разброса ног с ямы. О том, как правильно выставить яму и подобрать ее правильную высоту, я описывал в одном из своих давних роликов. Ссылку на него смотрите чуть выше или в конце этого ролика. Правильно подобрав и установив подставку, займите исходное положение, при котором ширина ваших ног будет совпадать с шириной разброса ног в седе при рывке классическом. Во время съема в тяге не задирайте таз со старта. Исключая фазу безопорного подседа, мы больше концентрируемся на работе трапеции и полном выпрямлении в подрыве. Данное упражнение можно и нужно использовать в тренировке как основное. Для наработки правильного движения достаточно использовать веса не более 70%, а число повторений может достигать от 2 до 5. Подобные упражнения не только разнообразят ваш план, но и помогут разгрузить вам вашу центральную нервную систему за счет разнообразия нагрузок. Всем спасибо за просмотр, друзья. Жду ваших вопросов в комментариях. Желаю здоровья и новых рекордов.